Несчастный случай произошел вчера в Заволжской школе номер 9. Из окна второго этажа выпал 17-летний школьник. Во время летней отработки старшеклассник мыл окно, прищемил палец и, потеряв равновесие, сорвался вниз. Ученик был доставлен в центральную городскую больницу. Диагноз поставили сразу – оскольчатый перелом 5-го и компрессионный перелом 4-го поясничных позвонков. Было решено о незамедлительном переводе пациента в БСМП. Проводиться будет ведущим специалистом лечебного учреждения, заведующим отделением, главным штатным специалистом Ульяновской области. Подчеркну, что созданы максимально все условия для подростка, для родителей. Абсолютно все бесплатно, это тоже должно быть понимание. И, конечно же, будут максимально оказаны условия дальнейшей реабилитации подростка. Во время приезда съемочной группы пациента готовили к серьезной операции, которая должна продлиться несколько часов. Врачам предстоит установить металлические пластины в поясничный отдел позвоночника. Как отмечают специалисты, подобные операции вот уже несколько лет успешно проводятся на базе БСМП. Учитывая наличие нестабильного перелома поясничного отдела позвоночника, нарушена опорная функция позвоночника, что является показанием к оперативному лечению и стабилизации его внешней металлоконструкции. После сбора анализов и подготовки пациент будет сегодня прооперирован. Правоохранительным органам еще предстоит дать правовую оценку ситуации и привлечь виновных к ответственности. Однако самое главное – здоровье. Родители школьники от комментариев отказались. Слишком переживают из-за случившегося. Говорить о выздоровлении пока рано. После операции ему предстоит длительный этап восстановления. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.